буду вести я, Жанна Бута, и мы... Добрый вечер, чат-активист. Сегодня прямой эфир буду вести я, Жанна Бута, и мы инициируем первую нашу акцию на 17 сентября уже, и давайте об этом поговорим. Хорошо ли меня слышно? Если вы обратили внимание, мы уже довольно долгое время ведем борьбу за свободу и соблюдение прав наших политических заключенных, и не только тех, которые сегодня находятся в залах суда и так далее, но и тех, кто давно несправедливо осужден нашим режимом. И совсем недавно была инициирована акция в поддержку Мухтара Джакишева, сетевой флешмоб, который тоже направлен вот для того, чтобы в том числе говорить о правах политических заключенных. Очень важно добиться освобождения этих людей, и у нас есть с вами хорошие прецеденты, когда нам удавалось добиться от властей каких-то существенных изменений, и в этом году многие пошли домой, как вы знаете. Наши власти не любят это подчеркивать, но мы всегда сообщаем об этом и писали об этом не один раз. Например, за наших профсоюзных деятелей Амина Элюсинова и Нурбека Кушакбаева боролись правозащитные организации, профсоюзные организации по всему миру. На правительство, на нашу власть, конкретно на Нурсултана Назарбаева, было оказано большое влияние и давление со стороны международных структур, плюс те акции, которые проводились в наших социальных сетях и так далее, то есть то, что писали люди, то, что говорилось и много показывалось, это тоже имело большое значение. В итоге и Амин Елеусинов, и Нурбек Кушакбаев освобождены, и оба находятся дома. А то же самое мы активно поддерживали борьбу за освобождение Макса Бакаева и Талгата Аяна, и вот в случае с Талгатом Аяном немедленно сработали те принципы, которые применяются в системе КУИС. И Талгат Аян тоже пошел домой, хотя бы, в принципе, могли его, так же, как и многих других заключенных, держать необоснованно и так далее. Как вы помните, Макс Бакаев сам отказался, мотивируя это тем, что либо его надо освободить как невиновного, поскольку он ни в чем не виноват, и это правильная позиция, я считаю, либо он будет сидеть дальше. Также нам удалось с вами освободить Арда Кашим, и вы все помните, какая была большая борьба все это время. Совсем недавно освободился Вадим Курамшин, и за него тоже общество очень серьезно боролось и в Казахстане, и за пределами Казахстана. И поэтому так или иначе существуют подвижки, на которые важно обращать внимание и важно продолжать давление в эту сторону. Мы с вами уже обсуждали, что Казахстану очень важно сегодня получить от Европейского парламента те преференции, на которые он рассчитывает, чтобы иметь возможность получать инвестиции, получать вливание в нашу экономику. И Назарбаев, по сути, уязвим, и сейчас решается очень важный вопрос. К нам снова едет делегация Европарламента, и это очень хороший признак. Как вы помните, была делегация Европарламента 10 мая, когда мы выходили к офису Европейского парламента в Астане на улицу Космонавтов, 62, и проводили там акцию, не только там, а по всему Казахстану вышли активно наши сторонники, вы все выходили. И благодаря этим митингам, я неоднократно говорила об этом в чате, на нас, на Казахстан серьезно оглядывается, обращает внимание правозащитная общественность всего мира, парламенты, Европейский парламент, в том числе, и вот сейчас опять будут приниматься важные решения. Наша с вами задача — серьезно повлиять на тот, на приезд европейских парламентариев, то есть повлиять на их мнение. И я сейчас расскажу, как мы будем это делать. На самом деле времени у нас не так много. Уже 17 сентября делегация Европейского парламента будет в Казахстане. Нам уже известны некоторые из участников этой делегации, но, правда, еще не до конца весь состав мы знаем. Вот. И очень важно, чтобы нас снова услышали.
Очень важно, чтобы наши истории, наши вот почему нас преследуют, что произошло за это время, сколько было нарушено прав людей, сколько было допущено в отношении наших сторонников несправедливых, беззаконных действий, сколько людей в результате у нас сегодня преследуются по уголовным статьям, сколько людей было подвергнуто административным взысканиям. Все это очень тщательно мы с вами собирали на протяжении всего лета и весны и передавали правозащитникам через фонд «Открытый диалог». И вы знаете, что Людмила Козловская собрала более 150 кейсов. И о каждом нашем политическом заключенном мы говорили много и постоянно. И сейчас самое время уже адресно донести эту информацию и остановить парламентскую делегацию от поддержки Назарбаева. То есть нельзя, чтобы Назарбаеву была оказана поддержка. Нельзя, чтобы нашу страну признали благополучной в соблюдении прав человека, потому что это не является правдой. Это будет вопиющая несправедливость, и нам с вами надо добиться того, чтобы нас услышали. Уже не первый раз к нам приходят предложения от наших женщин, и они предлагают провести вот именно такую женскую акцию, которая говорила бы о том, что их мужья, братья, их друзья и близкие сегодня незаслуженно отбывают сроки в колониях, подвергаются пыткам, подвергаются преследованию на свободе за свои убеждения, за то, что они, в принципе, имеют право говорить и думать. И вот с такой акцией к нам обратились женщины. Мы решили, что это будет правильно и хорошо. И мы решили, что мы с вами можем обсудить, каким образом можно действовать и предложить свое видение этой акции. Поскольку времени у нас очень мало, мы предлагаем активно, практически немедленно стартануть в социальных сетях. Начать развивать эту акцию в социальных сетях, показывать, что наши женщины готовы бороться за права политзаключенных, за права своих мужей, братьев, и мужчины готовы их поддержать. И тогда мы сможем, мы сформулируем, допустим, требования, они у нас уже есть, и мы сможем обратиться к одному из представителей этой делегации парламентской, Анне Гомеш. Анна Гомеш — это человек, который ведет очень упорную борьбу за права людей и добилась очень больших результатов, смогла помочь и поддержать людей в таких странах с тяжелыми соблюдениями закона, в отношении законности и справедливости, как Кения, Венесуэла. Анна Гомеш также участвовала в защите прав наших нефтяников. Она также участвовала в защите прав наших блогеров и журналистов. Обращалась напрямую с обращением к Назарбаеву, чтобы он соблюдал права человека, с просьбой уважать и соблюдать те права человека и пакт о человеческих правах, который подписан Казахстаном. Поэтому мы в качестве адресата выбрали именно Анну Гомеш и решили распространить эту, предлагаем вам распространить эту акцию широко в сетях. Ну и кроме того, конечно, большая необходимость будет выйти офлайн. И 17 сентября также у здания Европейского парламента в Астане вместе с остальными женщинами встретиться там и попытаться донести до европейских депутатов ситуацию в Казахстане. Друзья, я пытаюсь услышать от вас обратную связь по той информации, которую я сейчас вам транслирую. По поводу 50 миллиардов. Это совокупный долг Казахстана перед Китаем. Это не значит, что его взяли вчера. Этот долг совокупный, он вырос за вот эти годы и сегодня достиг такой суммы. То есть это такая новость, немножко искаженная. А что вы думаете о том, что вот я сейчас транслирую по поводу этой акции, успеем мы или нет? Начало у нас получается уже 17-го. То есть 17-го эта делегация парламентская у нас будет в Астане, а 18 числа эта делегация будет в Алматы. И нам надо понять, в Астане
Насколько готовы люди наши выйти в Астане вот с этим требованием, обратиться к этой делегации за поддержкой, обратиться непосредственно к Анне Гомеш за поддержкой для того, чтобы права наших политических заключенных, да и наши с вами права, можно было защитить и говорить о том, что Назарбаев грубо нарушает закон, как казахстанский, так и международный пакт о правах человека. Наша готовность, я пытаюсь понять, вообще мертвый чат, не хотите со мной разговаривать, обратной связи не вижу. Давайте еще раз по поводу Анны Гомеш. Кто не понял, в Казахстан летит очередная делегация Европарламента. Анна Гомеш – один из самых авторитетных участников этой делегации, которая добилась больших успехов в правозащитной деятельности. И она имеет очень высокий авторитет и вес в Европейском парламенте. И поэтому нам с вами, конечно, очень важно обратиться к ней за поддержкой, для того, чтобы она могла стать тем самым вестником объективной и честной информации о ситуации с правами человека в Казахстане, для того, чтобы мы могли через Европейский парламент добиться справедливого и адекватного отношения к Назарбаеву, к его правительству. Одной реплики не слышу о том, о чем я прошу сейчас сказать вас. Если все-таки мы должны обсуждать место предстоящей акции кредит Назарбаева, китайский кредит очередной, ну давайте тогда будем думать об этих кредитах. Или все-таки сосредоточимся и поговорим о той акции, которую очень важно провести в предстоящее 17 число. Я продолжу для тех, кому это действительно важно и интересно. С одной стороны, мы должны будем провести флешмоб в социальных сетях. С другой стороны, нам очень важно офлайн выйти к зданию Европейского парламента в Астане и сделать эту акцию уже в реальной жизни. В социальных сетях мы действуем таким образом. Мы фотографируемся в белых одеждах, беремся за руки и выкладываем свои фотографии, разумеется, с текстами в поддержку наших политических узников, в поддержку Мухтара Джакишева, в поддержку тех ребят, которые сегодня у нас находятся в судах. Всю неделю мы таким образом проявляем свою солидарность и обращаемся напрямую к Анне Гомеш. Это все мы вам поможем организовать и сделать, мы дадим все ссылки. Очень много и активно депутатов Европарламента читают в Твиттере. Наша задача — распространять в Твиттере как можно шире эту информацию, использовать ее намного шире, чем мы это обычно делаем, то есть как можно чаще и больше делать ссылки, допустим, тегать Анну Гомеш, других депутатов, и сообщать о том, что вы участник акции, через которую мы обращаемся к ней, для того, чтобы она могла поддержать нас в защиту, в той акции, которую мы осуществляем в защиту наших узников. Разумеется, это будут и наши родственники наших осужденных. Разумеется, мы призываем не только этих людей, мы призываем всех граждан Казахстана подключиться к этому, потому что судебный беспредел, тот беспредел полицейский, который сегодня творится в стране, он требует каких-то срочных решений. Прошу прощения, меня тут отвлекли. Мы не можем рассуждать из позиции, готовы наши люди или не готовы. Сейчас речь не об этом. У нас есть задача, эту задачу необходимо решать. У нас очень много людей сегодня преследуются по политическим мотивам. И в связи с тем, что эти задачи решаемы, мы можем, и у нас был такой опыт, и мы в этом не раз убедились, что только общественность может навалиться и решить эту задачу всем вместе. И сейчас все зависит от того, будет ли у нас количество участников необходимое или не будет. Самая главная задача — это количество. И нам с вами обязательно нужно вот сегодня уже начать инициировать, разбрасывать эту информацию повсеместно и готовиться к тому, что 17 числа готовы там кто-то, не готовы, не оглядываясь ни на кого, выходить и делать все эти флешмобы и обращаться к Анне Гомеш и другим европейским депутатам за поддержкой. Вот я объясню, да, революционер, почему евродепутаты не зададут вопрос генеральному прокурору там и так далее, да.
Это мы должны с вами задавать эти вопросы, инициировать эти требования в адрес европейских депутатов. Нам с вами важно донести это требование таким образом, чтобы завтра об этом говорили. Говорили не только там нашему прокурору, а говорили в Европейском парламенте. Дело в том, что не могут евродепутаты, таким образом, я вам уже объясняла, как это работает, не могут они напрямую обращаться, допустим, к нашему правительству. Они могут у себя в своих странах говорить о том, что в Казахстане нарушаются права человека. И в связи с тем, что там системно и очень жестоко нарушаются права человека, наша страна должна принять решение, будем мы сотрудничать с Казахстаном или нет, будем мы давать им инвестиции или нет. Вот так это работает. И наша задача сегодня добиться этого. У нас очень большие шансы. Не просто так. С весны по осень вот вторая делегация в Казахстан едет, парламентская, для того, чтобы принять эту резолюцию по Казахстану. Для нас важна эта резолюция, и нам очень важно, чтобы в этой резолюции отразили истинное положение вещей с правами человека. От нас будет зависеть, услышат нас в Европе или нет, услышат те люди, от которых зависят сегодняшние инвестиции в Казахстан, нас или не услышат. То есть это будет зависеть от нас с вами, от нашей активности. Мы предлагаем 17 числа в 11:00 прийти к зданию Европарламента в Астане и попытаться встретиться там с той делегацией, которая уже участвует. Пойдут наши женщины, пойдут, одев белые одежды, либо элементы белой одежды, пойдут с плакатами тех мужчин, которые сегодня находятся в застенках, возможно, без плакатов, но это обязательно должна быть встреча женская, которую должны поддержать наши мужчины. Встреча женской солидарности, где женщины могут донести слова о том, что в Казахстане сегодня очень много узников, и что нам всем надо разобраться со своими правами, чтобы власти прекратили эти необдуманные преследования, эти жестокие репрессии и так далее. Так вот, 17 числа в 11 часов мы должны понять, кто, сколько нас человек придет к зданию Европейского парламента в Астане, это на Космонавтов 62. Есть такое большое заблуждение, что если сопротивляться чуть-чуть, то нас не заметят и как бы нам больно не сделают. Ну и давайте будем по чуть-чуть сопротивляться так, чтобы вообще ничего с мертвой точки не сдвинулось. Ребята, вся задача не в этом, не в том, что мы потихоньку там что-то будем говорить в социальных сетях, а вся задача в том, чтобы нас было больше. И каждая наша акция, она побуждает других, она каждый раз побуждает других людей, если не выходить с нами, то, по крайней мере, смотреть и оценивать то, что делают власти сегодня. И это делают не только наши граждане, это делают и те люди за рубежом, которые наблюдают сегодня за Казахстаном и которые помогают нам в реализации наших прав.
Давайте будем говорить о том, что да, действительно, такие возможные вещи будут ловить. Вести себя надо так, чтобы ни у кого не было поводов предъявлять какие-то обвинения, связанные с нарушением порядка, связанные с нарушением там, или там за хулиганство и так далее. То есть мы с вами все знаем правила поведения на митингах, что мы не обращаем внимание на провокаторов, что мы ведем себя спокойно и тихо. И да, все равно будет это и придется чем-то жертвовать. А иначе мы вообще можем сидеть вечно и ждать, когда оно само с неба упадет, эта свобода. И вы знаете, что она не упадет, что все только хуже и хуже становится. Мы не отвечаем, нам делают хуже. Мы не отвечаем, у нас забирают больше. И так постоянно. Если вы обратили внимание, то вы знаете, что девальвация, да, вы вспоминаете 2014 год. 11 февраля на 180 тенге поднялся, значит, доллар стал стоить 180 тенге. Со 150 люди вышли на митинг. Сегодня доллар ровно в два раза выше. С 2014 года уровень жизни у всех упал так, что подняться уже практически невозможно. И вы продолжаете говорить о том, что страшно, боимся этих властей. И сколько их там человек, и сколько нас. Это как мультик про тараканище. Все, что нам нужно, это пытаться объединяться, а не находить способы, как убежать, уклониться от вот этой всей деятельности общественной или ждать, когда кто-то за нас что-то сделает. Вообще вот женщины у нас вот реально, да, они инициаторы, они героини. И всегда вот какие-то такие вот вещи, да, и я не знаю, не в укор нашим мужчинам, конечно, будет сказано, да, но все-таки наши женщины проявляют больше храбрости, именно поэтому инициатива пришла от них. И я думаю, что женщины наши так или иначе выйдут, потому что у всех есть отношение к этому делу. У многих из них сидят мужья, братья и сыновья в тюрьмах. И, естественно, именно поэтому, именно это чувство боли и переживаний за близких выталкивает сегодня наших женщин на подобные акции с подобными требованиями. И опять же, даже не к нашему правительству, не к нашим властям, а к тем людям, которые завтра будут с нашими властями принимать совместные решения и могут влиять на судьбы наших ребят, которые сегодня томятся в застенках. Проблядов сегодня очень занят. И да, сегодня не успел он объявить об этой акции, хотя, конечно, все заготовлено. Видимо, позже появятся на его странице тексты. Сегодня у Мухтара Аблязова серьезные переговоры, и он занят. И ну, давайте послушаем меня, в конце концов. Я же как раз для этого здесь и нахожусь. Еще какие вопросы у вас есть? Ну, немножко не так вот по поводу евродепутатов. Они ничего не ищут. Казахстан ищет отношений с Европой, торговых, экономических, хороших, стабильных, длительных отношений. И, ну вот, несмотря на то, что Назарбаев там кичится, что уже 25 лет мы находимся там в партнерских отношениях с Европой, тем не менее инвестиции остановились. Казахстан сейчас выживает за счет кредитов, прямых инвестиций в нашу экономику нет. Ну, в принципе, инвестировать особо и некуда. Вы знаете прекрасно, что все у нас промышленные производства, банки, буквально каждый сектор экономики монополизирован семьей Назарбаева. Буквально каждый сектор захвачен этой семьей и оттуда качают и качают прибыли, сверхприбыли в свои карманы.
Это семья. И именно поэтому сегодня такое плачевное состояние. Все эти девальвации, весь этот кошмар, который тащит на своих плечах народ, создал Назарбаев своими руками. И сегодня он запрашивает инвестиции, он запрашивает новых торговых отношений, экономических отношений с Европой. И бьет себя в грудь, говорит о том, что в Казахстане демократия, соблюдаются права человека. И что эти вещи, ну, значит, поскольку все это соблюдается, Казахстан просит Европу помочь с инвесторами и так далее. Но мы с вами должны объяснить, мы должны показать, что это неправда, и что Назарбаев лжет, и что на самом деле такая же печальная и плачевная ситуация у нас с правами человека, такая же, как и в экономике, и во всех остальных сферах жизни Казахстана. Да, режим безумствует, в большой степени безумствует. Все вчера видели, как жестоко, неимоверно жестоко разгоняли акции в России, что людей бьют, и бьют прямо вот ничего не скрывая. Вот этими дубинками бьют женщин, мужчин, детей, стариков без разбора. К счастью, в нашей стране это не практикуется. И если только это начнется, вы все помните, какой был возле здания Европарламента, какой был дан отпор полицейским. Это делали наши женщины в первую очередь. Вспоминайте эти кадры, вспоминайте, какой был дан отпор полицейским, как боролись за каждого человека, которого хватали и тащили в эти полицейские автобусы. Поэтому я считаю, что наши люди храбрые и отчаянные. И сопротивляться беззаконию мы можем. Нам нужно быть просто организованными и ответственными. Да, мы обязательно предоставим адреса в социальных сетях, электронные адреса. Мы все будем напрямую обращаться, мы будем переводить, помогать переводить вам тексты, письма. Все, кому есть что сказать, каждый, кто готов обратиться сейчас к делегации, сообщите свои проблемы, это очень важно. Чем больше таких писем они получат, тем больше будет эффект. Даже если кому-то из вас не удастся приехать, кто-то находится в других регионах, очень важно сегодня участвовать вот в этих переписках, отправлять свои сообщения о том, что у вас происходит, напрямую парламентариям.
Миша, мы прямо сейчас занимаемся тем, чтобы санкции дошли до Назарбаева. Наша задача сделать так, чтобы он получил своего рода санкции, чтобы ему стала недоступна та европейская мечта, о которой он мечтает, те деньги европейские, инвестиции, которые сегодня могут его поддержать. Назарбаеву нужно каждый месяц платить по кредитам, платить огромные деньги, платить комиссии огромные. Сегодня у него 22 миллиона заморожены в Нью-Йоркском банке, миллиарда долларов, 22 миллиарда долларов арестованы и заморожены в Нью-Йоркском банке. Наш национальный фонд там не более 60 миллиардов всего составляет. И он совершенно не знает, вот сейчас у него паника, у них там во дворце в их паника, потому что стремительно обрушивается экономика, вот этот российский рубль падает и тянет за собой наш тенге, и они понимают, что, простите, надо еще как-то дожить этот год до конца и еще дожить следующий. А он мечтает провести транзит власти, посадить свою дочь вместо себя, но, правда, сам он никуда не уходит, он будет продолжать контролировать Казахстан, контролировать власть. И вот сейчас ему очень нужно, как воздух, нужно получить инвесторов. И мы с вами можем ему помешать. Мы можем говорить как раз-таки, мы сейчас ведем разговор о тех самых санкциях, которые могут остановить Европу в сотрудничестве с Назарбаевым. Если помните, вот недавно был эфир, в котором я рассказывала о том, что Италия еще не ратифицировала межпарламентское соглашение с Казахстаном. И к нам приезжал сенатор Роберто Рампи, который был лично свидетелем того беззакония, которое устраивают наши власти. И для того, чтобы Роберто Рампи как-то, там сказать, умаслить по-нашему, как это умеют наши акимы и прочие, да, вот подмазываться к Назарбаеву, точно так же Назарбаев подмазывался к сенатору. То есть ему устроили встречу со спикером, с вице-спикером парламента, что это очень серьезная дипломатическая единица, которая не соответствует уровню сенатора Рампи, то есть завысили его статус. С ним встречались наши омбудсмены, встречались министр иностранных дел, для того, чтобы уговорить и показать, что у нас все хорошо. Встречался генеральный прокурор, демонстрировал там свою общественную приемную и убеждал, что прокуратура работает на соблюдение законности и прав наших граждан. Конечно, это является неправдой. И Роберто Рампи видел и людей, которых пытали, и видел нарушения со стороны властей своими глазами, когда их выгнали просто из лобби отеля, в котором они проводили встречу с нашими активистами. То есть такие факты есть, и вы же знаете, что к нам все лето и всю весну ездили правозащитники. Из четырех стран были у нас парламентарии, и у нас было очень много правозащитников, которые наблюдали нашу ситуацию. И сегодня все эти отчеты лягут в основу тех переговоров, которые будут вести Казахстан и Европа.
Вот я хочу понять, много ли у нас солидарных женщинами мужчин и женщин в этом чате? Готовы ли мы на самом деле 17 числа выйти и показать, что нам необходимы эти перемены, нам необходимо, чтобы нас услышали, и чтобы европейские парламентарии, Анна Гомеш, могли нам помочь? Я прошу активно следить всю эту неделю за страницей Мухтара Аблязова, присутствовать в чате. Ежедневно теперь будут идти эфиры прямые. Я прошу активно участвовать в обсуждении, присылать нам свои предложения, что мы можем сделать, как мы можем быть заметными и как мы можем удивить людей, чтобы 17 числа этот белый флешмоб стал возможен, чтобы 17 числа на женщин в белом и мужчин, которые придут их поддержать, обратило внимание общество и смогли выразить тоже нам свою поддержку в следующий раз. Потому что чем чаще мы выходим, тем больше у нас становится сторонников. Вы это должны были заметить. По крайней мере, в социальных сетях и, в принципе, в Казахстане наше движение обрело очень значительную поддержку. Вы все видите и знаете, что в отношении наших сторонников было очень много несправедливости допущено. Несправедливость, она всегда людей возмущает, задевает за живое. И такие вещи, они не проходят бесследно. Поэтому наша задача сделать эмоционально эту акцию такой заметной и такой трогающей за душу, чтобы нас могли поддержать, понимаете? И я сейчас жду от вас вот участия, каких-то предложений. У нас есть чат, у нас есть волонтеры, у нас есть какие-то специальные чаты для идей, и вы можете обмениваться этими идеями. Мы будем стараться услышать каждого из вас. И я считаю, что до 17 числа, в принципе, у нас достаточно времени, чтобы скоординироваться и собраться всем вместе в Астане и обратиться к Анне Гомеш. По поводу флешмоба в социальных сетях. Мы выложим обязательно фотоснимки, выложим образцы, плакаты и так далее. И давайте мы уже сейчас будем думать, какие посты, какие публикации, требования мы будем выдвигать. Я вас все-таки всех прошу обращаться напрямую к Анне Гомеш. Я обязательно расскажу на своей странице, на страницах Мухтара Аблязова вы найдете информацию, на страницах нашего волонтера. Сейчас вот мы сегодня анонсировали канал 1612.
хотя на самом деле он уже больше 20 дней функционирует у нас во всех социальных сетях, то есть и в Фейсбуке, и в Инстаграм, и в Телеграм, и в Ютуб. И в ближайшее время мы начнем выпускать новости на канале 16.12 на казахском и русском языках. То есть это будет формат видео, видеоформат новостей, который в ближайшее время стартует у нас на YouTube-канале 16.12. И вы сегодня, видимо, уже увидите анонс на странице Мухтара Аблязова на эту тему. Если у вас нет ко мне вопросов, то я буду с вами прощаться. Все, кому нужно получить какие-то ответы, кому нужно написать мне что-то в личку, пожалуйста, обращайтесь. Особенно те, кто сейчас испытывает какие-то трудности. Больше всего я прошу обращаться сейчас ко мне женщин в личку, которые хотят участвовать в этой акции. Ну и не только женщин, и мужчин, естественно. Чтобы мы с вами могли приватно обсудить какие-то наши вместе совместные действия и так далее. У нас есть штаб. Я прошу штаб сейчас активизироваться и понять по ячейкам, кто готов сегодня выступить с нами вместе, поддержать эту акцию, насколько серьезно мы готовы к этой акции, что нам нужно для того, чтобы выступить достойно и чтобы Казахстан обратил на это внимание, и тем более, чтобы на эту акцию обратили внимание повсюду в мире. Поэтому, друзья мои, это очень серьезный ответственный момент. Сегодня 10 число, мы с вами и короче акции проходили, то есть у нас были такие акции, которые мы, собственно, тоже и за 4 дня поднимали. Если помните, мы запускали «Синие шары» в поддержку аутистов, и все произошло прекрасно. Вот. И поэтому я вас призываю думать об этом и давать свои предложения, участвовать в этом обязательно и говорить о том, как вы видите это все. До завтра в прямом эфире. Завтра еще раз будем обсуждать все это вместе с вами.